Приветствую, мы с вами находимся в районе Замоскворечья, недалеко от станции метро Павелецкая. И здесь от улицы Зацепа до 6-го дома по Дубининской улице, дом номер 6 по Дубининской улице, проходит Малая Пионерская улица, то есть она тупиковая. Раньше она когда-то доходила до Малого Строченовского переулка, но потом вот этот 6-й дом, он, очевидно, перекрыл как раз вот этот проезд к Малому Строченовскому переулку, и улица стала тупиковой. Улица с двусторонним движением автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. Длина ее составляет всего около 450 метров, так что она больше напоминает переулок, нежели улицу. До 1924 года называлась Малая Дворянская улица, потому что здесь на улице рядом проживали дворяне, но много, очевидно, дворян проживало. И в 1924 году ее назвали Малой Пионерской, в честь пионерской организации, недавно созданной тогда имени Ленина, пионерская организация, да. Вот. Ну и понятно, по идеологическому контрасту с прежним названием была дворянская, стала пионерская, да, понятно. Была буржуазия, пришли большевики, теперь все будет по-новому, как тогда считал. На улице находится всего два жилых дома, вот один досоветский, трехэтажный, потом 21 строение 1, построен в начале 20 века, а другой советский, типичный, пятиэтажка, потом 23-31, 1959 года постройки, блочная, обычная пятиэтажка тут записалась, это довольно редко в этих местах. Вот. Ну и кроме двух жилых домов, также на улице находится учебный корпус Высшей школы экономики, под номером 12 здание, ну, до института в этом здании находилась женская тюрьма, а также мануфактура Саввы Морозова, вот, 19 начале 20 веков. Затем, уже после революции, было училище, и затем здание Московского института электронного машиностроения, потом Московского института электроники и математики, и этот институт вошел потом в состав Высшей школы экономики. Ну, в 2010-х годах, не так давно. Ну и теперь тут один из корпусов Высшей школы экономики, который, в принципе, разбросан по городу, и вот один из корпусов находится как раз здесь. Вот. Ну, а дойти сюда, в принципе, довольно легко. От метро Павелецкая, дальше пешком через Павелецкую площадь, там перейти на подземному переходу, и дальше мы, в принципе, попадем там через дома, вот эти большие такие бизнес-центры, бизнес-гостиничные центры, и дальше туда, через дома, попадем как раз на улицу Зацеп, от которой отходит и вот эта вот Малая Пионерская улица. Приятных прогулок и до новых встреч на улице Павелецкой.